Здравствуйте, уважаемые зрители YouTube-канала Джулипо, а также подписчики нашей Академии во ВКонтакте. С вами в студии Александр и Даниил. И сегодня мы познакомим вас со всеми тренингами и семинарами, которые пройдут в Международной Академии Нумерологии Альбасар в ближайшее время. Начнем! В ближайшее воскресенье, 15 мая с 10.00 до 16.00, пройдет мастер-класс по курсу «Кармическая нумерология». Лектором будет выступать Татьяна Косицкая. На мастер-классе вы отработаете полученные знания и получите ответы на все интересующие вас вопросы, а также познакомитесь с новым персональным графиком кармы, который делает глубочайший анализ кармических событий в жизни человека. Лучше заранее знать то, что ожидает вас, чтобы избежать наказания или смягчить последствия. Болезни, крах бизнеса и карьеры, разрыв отношений и катастрофы не ускользнут от вашего внимания и будут указаны на новом графике. Также вы ознакомитесь с совершенно новой прогностикой по старшим и младшим арканам Таро. Аналогов этой прогностики нет в мире. Мощнейшая детализация событий и описание обстоятельств, описывающих характер, ситуации и намерения кармы – все это вы узнаете на мастер-классе по курсу «Кармическая нумерология». Мастер-класс только для тех, кто прошел семинар по формулам или приобрел флеш-карту с записью курса. А 17 мая в вечернее время с 16 до 21.00 Аида Байкун проведет для вас тренинг «Энергопотенциал человека и энергетическая совместимость». Тренинг «Энергопотенциал человека и энергетическая совместимость партнеров» – это автономная технология диагностирования вашего здоровья и всех сфер нашей жизни. На тренинге вы осознаете свой реальный потенциал и заложенные по факту рождения ресурсы на каждую из сфер вашей жизни. Вы изучите понимание и прогнозирование благоприятных и неблагоприятных событий, успешных и провальных периодов. Расчеты, графики, толкования, таблицы, схемы, позволяющие быстро и эффективно разобрать и предсказать опасные периоды в жизни. Все это вы узнаете на тренинге «Энергопотенциал человека и энергетическая совместимость партнеров». Ну а я, в свою очередь, хочу пригласить всех наших студентов на семинар «Цифровое Таро. Первая ступень», который пройдет 21 и 22 мая с 10.00 до 16.00.